Здравствуйте, меня зовут Анастасия Полякова. В этом видео я покажу, как сделать галстук для девушки. Основная деталь, которая и сделает изделие похожим на галстук, это отрезок кружева размерами 2 на 12 сантиметров. Один край закроем зажимом, такие можно приобрести в отделах бижутерной фурнитуры. И украсим подвеской, у меня в виде слона. Также в кольцо я вдела две бисерины в тон атласной ленте. Теперь сделаем пышный бантик. Двойной бантик я скручиваю из ленты, прям из бобины, и только потом отрезаю, но у меня ушло 50 сантиметров 2,5 сантиметровой ленты. Единственное, что нужно проверить, это то, чтобы верхний бант был меньше нижних. Из кусочков ленты и кружева длиной 5 сантиметров сделаем основание банта. Для этого склеим их вместе с одной стороны и обрежем под углом с другой. Потребуется два таких хлястика. Склеим их под углом. Склеим бант. Середину закроем атласной лентой, на которой свяжем декоративный узел. Собираем все три детали.
можно оставить такой галстук или добавить ленту под основание, на котором висит подвеска. Основа для галстука – атласная лента. В середину приклеиваем бант. С обратной стороны – бирочку handmade. Галстук для девушки готов. Спасибо, что посмотрели это видео. До скорой встречи на моем канале. Хочу напомнить вам о моем конкурсе на 100 тысяч подписчиков. Как вы помните, у меня было 4 победителя. Один победитель уже определился по случайному комментарию под видео с объявлением о конкурсе. А 3 победителей я выберу из конкурсного альбома. Ими станут люди, которые заняли 1, 2 и 3 место. Ссылочку на конкурсный альбом я оставлю под этим видео. Пройдите, посмотрите. Под первым фото в альбоме написаны все правила. Очень много работ, очень красивых, классных. Девчонки, вы молодцы, вы меня просто обрадовали очень сильно. Напоминаю, что последний день приема работ – это 31 июня.